Хейоу, гайз, с вами Шемики, и мы продолжаем проходить игру Dark Souls. Так, мы с вами в прошлой серии сбежали с прибежища нежити. Нас схватил какая-то ястреб или птица какая-то и привела сюда. Так, давайте тогда с этим черком поговорим. Так, что у нас тут? Ты должно быть здесь недавно? Дай-ка угадаю, типа нежити, верно? Что ж, и до тебя сюда приходили. Но ты не найдешь здесь спасения. Лучше бы вам всем оставаться гнить прибежище нежити. Да что сейчас так? Раз уж ты здесь, то я могу помочь тебе. Колоколов пробуждения на самом деле два. Один наверху, в церкви нежити, а второй глубоко внизу, развалинах у основы Черного города. Удар в оба колокола, и что-нибудь произойдет. Что ж, я все сказал. Похоже, это тебе не остановит. Так что ступай. Тебе ведь это привело в наши проклятые земли, нежити? Ха-ха-ха-ха. Так, немного, наверное, голос. Пускай, короче, мне все на пятерочке. Так, куда мы можем пойти? Там у нас пусто. Так, у нас как вариант пойти в ту сторону. Я там уже вижу какую-то тень. И пойти туда. Давайте тогда сюда пока что сходим. Так, блок. Так, у нас либо туда, либо сюда. Давайте тогда сюда пока что сходим, посмотрим, что здесь у нас. Так. Опа. Огненная бомба. 6 штучек. Так. Мини-жест. Привет. Полагаю, мы не представлены. Я Петрус из Торолунда. У тебя кондержание? Так, если нет, не заступили тебе держать. Так, кстати, жесты. Что-то должен ответить мне? Или почему? Что? Hello there. Привет. Я понимаю, что просить тебя держаться от нас подальше, но уверяю тебя, что мы вовсе не держим на тебя зла. Yeah. Вот, возьми это в знак примирения. No, нет, давай, это тебе. Медная монета. Может, что-то здесь надо? Так, я вижу проход наверх куда-то. А ну-ка. Так. Так, на всякий случай. Вдруг кто-то нападет втихаря. Ага, и у нас спуск вниз. Хорошо. Пойдем повыше тогда. Так, душа павшего мертвеца. Так, я слышу где-то уже мобов здесь. Так. Посмотреть предметы. Медная монета. Трогаем Маклайн.
Так, она зачем нужна? Или она мне потом пригодится, ладно. Сундук. Не знаю, есть смысл вообще разбивать эти вазы. О, труп. Душа пропавшего мертвеца, окей. Так, нужно будет их потом заюзать и прокачать себе немного уровень тогда. Так, еще вижу душу, вон еще душа. Воу. Вороныч. Значит, нас тогда ворона с вами схватила. Так, ладно, давайте тогда сходим к той части души, потом сходим на кладбище. Так, душа пропавшего мертвеца. Интересно, я получу урон, если отсюда скачусь? Прикольно. Окей, ребят. Я понял, я вас не пробиваю. Но мне какая-то еще херь висит. Окей, зашибись. Так, экстус выпить. Экстус пей. Ладно. Экспус. Экспус, пей быстрей. Быстрей, быстрей, кувырок. Так, тихо, отходим. Бэкстеп. Так, я думаю, если я пойду у костра отдохну, мне ж потом это аукнется, да? Минус 2 экстуса. Херово. А, вас еще тут двое? Ребят. Жестко, жестко, жестко. Бэкстеп. Минус. Да, он же умер. Да, все, он умер.
Так, давай. Ой-ой-ой. Бэкстеп. А, зашибись. Отходим. Почему ты сбрасываешь цель? Тихо. Минус. Вы же одноразовый, да? Походу, да. Так, жесткие вы, ребятки. Так, большая душа. Мне нужно будет потом прокачивать, скорее всего, урон, наносимый мною. Извини, я не хотел сюда к тебе идти. В лес, извини. Здоровячок. Если ты хочешь сразиться со мной. Ёб твою ж. Так, челик, ок, гоу, тогда сделаем так. Поднимайся наверх. Я тебя попытаюсь скинуть отсюда. Схвати ты его, что за бред? Привет. Оу. Оу. Прикольно. Спасибо. А как мне тебя убить? Кольцо злого глаза. Если верите легенде, в этом кольце заключен дух. Боже мой. Так, где мои души? Они снова там лежат. Ладно. Наносимый урон у меня очень хилый. Тогда вот что сейчас сделаем с вами. Придем к костру. Так. Нет, давайте. Так, предметы. Так, души. Использовать. Дайте по 200, хорошо. Использовать. Так, чтобы зря не тратить просто потом души. Так, новый уровень. В принципе, сопротивляемость тоже можно как прокачать. Так, парирование, защита, или это пробиваемость, да, хилинка, да.
Разрушенность. Сопротивляемость. А, это он мне кровотечение давал. Окей. И стойкость. Я даже не знаю. Давайте выносливость, в принципе, прокачаем. Так, ну ладно, пускай, допустим, эта частица даст нам, сколько, 500, да? И давайте тогда еще ее заюзаем. О, все равно на прокачку. Ага, хватит. Что с этим делать тогда? Мне уже от этих врагов немного тормошит. Слишком они сильные. Так, стоять. Смена снаряжения. А, так прочность еще убавляется. Фу-фу-фу. Херово. Ладно, пока с длинным мечом походим. Потом дальше посмотрим. Ю. Я ж думаю, ты добрый. А, это значит, я просто не туда пошел, да? Окей, спасибо. Уху! Челик, челик. Хотя, блин, если у костра отдохнул, что потом остановится. Ладно, давайте тогда сразу. Почему он сразу вышел? Почему ты вышел из костра сразу? Так, а вера что нам дает? Ага, все типа остальное, да, тоже. Так. Магия. Так, давайте, наверное, силу сейчас прокачаем. Блин, мне бы и ловкость. У меня ловкость, в принципе, норма. Давай, ладно, силу тогда. Окей. Да, хотя бы нашел ту сторону, куда мне надо идти. То радует. Ну ты дикий чел. Минус. О, хо-хо-хо, челик. А. Я понял. А вас там немного, слушайте? Будете мне тут бомбочками закидывать. Так, ладно, если я к тебе пойду, тот не нагрится на меня. А, уворот, уворот. Так, тихо, ладно. Я понял, я зря сюда пришел. Эксус. Так, теперь.
теперь тебя попытаться сразу грохнуть. Так, душу нашел. Так, я где-то по звукам слышал лучника. Так, здесь можно куда-то спуститься? Вход только туда, вон проход был. В башне. Так, ладно, давайте тогда... Этого челика... А, там еще можно туда пойти, окей. А ну-ка. Душа. Ладно, давайте тогда наверх туда сходим, я не знаю. Больше как вариантов нету. Там как раз есть проход. Потому что если пойду к скелетам, я просто ничего не сделаю. Фух, лестнички маленькие. Да, где-то лучник. Привет. Так, душа. Так, давайте тогда с щитом пойду, лучше так. А то мало ли. Так, а тут есть проход какой-то? С этой стороны не открывается, окей. Так, бомбокидателя, походу, вижу, если это он. Почему ты отворачивается? Схвати прицел. Минус. А, вот это я вижу как босс. К боссу не хочу идти сейчас. Здесь ничего нету? Серьезно? Ага, наверх есть проходик. Ну, я сюда не заберусь, да? Не смогу как-то. Походу нет. Но мне костер нужен срочно. Ладно. Больше проходов никуда, да, нету? Плохо. О, я вижу, там что-то внизу есть. Ну ладно, пойдемте. Слушай, сейчас будет. Никого? Так, это дверька? Нет, окно. Так, ладно, тогда идем наверх. Не хочется мне в ту сторону идти наверх. А здесь я никуда не...
До леса, да? Так. А мой герой типа прыгать не умеет, да? Только катиться. Ну окей. Не-не-не-не-не-не-не. Я еще не готов драться с драконом. Так. Ага, есть еще наверх проход. Ну ладно. Нам только сюда идти получается. А, только вниз, да, мне чистую нужно драться идти. Почему тут столько лучников? Много лучников. Конечно, не думаю, что такой глупый. Ладно. Согрём. Вот так, врагов. Ай, спасибо. Так. Раз, давай. Так, треснул еще и щит. Так, а какой ты? Ага, еще у нас есть знак тьмы, окей. Так. Щит, а ты у нас какой? Прочности мало, вот. А вот урон у него хороший. Ну хотя я щитом не дерусь. А мне пока нужна прочность лично. Так, нам как-то нужно до костра добраться хотя бы ближайшего. Если он тут есть. Так, открыть. Здрасте. Так, душонка. Сейчас, подождите. Так, деревянный щит. Так, кто-то идет сюда. Опа, костерчик, костерчик, так. Хотя мы можем еще походить, посмотреть. Ладно, давайте к костру. Костер важнее. Так, ага. Наверх только по лестничке. До которой я не долезаю. Окей. Так, давайте тогда сходим вниз. К тем чувакам. Мне кажется, нужно было лучше за мага играть. Ну, давай быстрее. Что такой медленный. Давай. А, у тебя копье? А, ты типа не подпускаешь меня к себе за спину? А ты типа не атакуешь, да, как я понял? А, не атакуешь. Зря ты открылся.
Типа я должен ударить, потом вы, да, нападаете? Бэкстепчик. Минус. Опа, душа. Доспех. Оу, полого солдата. А ну-ка, сейчас чекнем. Так, 26 брони. А, пробиваемость ты больше даешься, да? Нет, я, наверное, пока со своим похожу. Так, я видел где-то здесь еще проход вниз. Вон. К ведру какому-то. Спуститься туда никак, да? Или есть? Походу нет. Так. А, лучник. Ага, бомбочки кто-то кидает. Ладно, давайте тогда еще с костра посижу. Схожу туда к двум ближникам. Так, отдохнуть. Повышу уровень. Выносливость или сила? Давайте силу. Окей. Так, нужно чекнуть, сколько у меня душ. Дает 0 человечности, значительно восстанавливает здоровье. Так, изгнать фантома, вернуться домой. А почему у меня только 8? Почему у меня только 8 эксов-то? Окей. Здесь можно остаться, пофармить какое-то время души этим. Ладно, давайте тогда туда пройдем. Ой, их там много. Так, челик, давай сначала тебя. Так, ладно, выпью экстус. Так, я вижу дверь какую-то. А у меня ключа, да, наверное, нету к ней. Она закрыта с той стороны. Окей. О. Здравствуйте. О. Опа, сундучок. Открыть. Так, черная огненная бомба. Окей. Бомбы, бомбы. Пока я ими пока не пользуюсь, какая разница, зачем мне нужны. Хотя, если будет какой-то босс, можно на босса его заюзать. А, окей. Как
Короткий меч. Короткий меч, короткий меч. Так, дверьку открыть. Ага, мы как раз с вами отмычку заюзали. А тут, походу, ничего нету, да? А, не, есть сундук. Так, стоять. Мне нужна бомба. Я хочу все-таки заюзать ее. Ладно, го эту. А как их поставить? Ладно, потом тогда выясним. Так, сундучок. Золотая смола. Интересно, у нас отмычка уже пропала? О, привет. А, это ты копьеносит. А, вот щитик у тебя прикольный, слушай. Пипец ты умный, слушай. Так, юбка полого солдата. Фу-фу-фу. Так. Здесь все херово. Ладно. Так, я вижу лучника, или это не лучник. Так, а как мне попасть? Так, душа. Так. И все? Тут больше ничего нету? Плохо. Так, нет, я, наверное, все-таки посмотрю, как бомбочку взять. Так, на сроки клавиатуры. Так, вот это, да, мне интересует. Так, правая рука, левая рука, сменить предмет. F. Окей. F. 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 Лучник. Ой-ой-ой-ой. Кстати, туда схожу. Ага, тут ничего. Хорошо. Арбалич херов. Бэкстеп. Так, мне бы костерчик найти. Если он, конечно, тут есть. Тут, тут ничего нет. А что у меня пополнилось? 0.1 появилось. Так, тихо. Тихо, чувак.
давай сюда на поверхность. Иди, иди. Сейчас бэкстопы будем делать. Ладно, получилось. Но все же ты мертв. Так, ладно. Ну, костра тут поблизости не вижу. Это плохо. Может, здесь есть. Так, заюзали отмычку, окей. Мышка постоянно теперь будет показывать, да? Или что? Вот все. У меня плохое предчувствие насчет того, чтобы спускаться вниз. Окей, давайте тогда сходим наверх. Слишком много бомб. Ребятки, мне бы костер. Тысяча 600 душ. Давайте рискнем, я не знаю, посмотрим. А почему я не могу вернуться обратно? Ребята, монета. Нет, я не хочу идти туда. Я хочу обратно. Челик, нет. Нет, 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 нет. Вверх, вверх, вверх. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Нам плевать на бока. Поднимайся, поднимайся. Рили? Рили? Челик, стой, 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 стой. Что? Минус 1800 хп. Ну не хп, а душ. Зашибись. Я, конечно, не ожидал то, что он за мной полезет. Все возродились. Ладно, ребята, давайте тогда на этом остановимся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока.